Первое, ну, это разумность, здравый смысл в ваших действиях. А второе, это ваше положительное эмоциональное состояние. То есть, если вы начинаете завтракать овсянкой, и при этом не давитесь ей, а, ну, для вас это нормально, ну, для вас это нормальный завтрак, никто и никогда не подойдет к вам и не скажет, ну, что ты себя там травишь, не пытайся себя, не порти там нам всем настроение.